Как и обещал, тест люстры с ксеноновыми лампочками. Это 4 лампочки Hella, Hella Optilux, 4 инча HID, очень яркие, как вы видите. Вот так вот они светят перед машиной. Я на том же месте, что и раньше. Значит, дальше склад. До склада они не добивают. Наверное, их немножко низко поставил, но перед машиной светят отлично. До старого склада расстояние примерно 150 метров или же 500 фит. Но результат, по-моему, очень неплохой. Обошлась эта вся система примерно в $400. То есть 4 лампочки по $50 и сама дуга $200. То есть все вместе грубо обошлось в $400. Результат совсем неплохой, как вы видите. С места водителя это смотрится так. На этом тест можно закончить. Вот так вот без них. И вот так с трак-лайтами. Вот это дальний свет. Вот это ближний. Все, всем мира, дружбы и хорошего настроения.